Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Мистер Кэт, меня зовут Иван, и я продолжаю играть в Skyrim. Я играю на легендарной сложности, настройки, игра легендарная. И что ж, погнали, погнали, добудем это кольцо в роще Ведьмин Туман. Так. Кастуем заклинание. Ага, слышим дракона, но сначала мне кажется, что нам придется разобраться с драконом. Да, именно с драконом. Он там летает, он просто очень близко. Так что, ну что ж, душа нам не помешает. Думаю, ребята мне помогут. Моя славная Тима, пес, подружка и огненная подружка. Ну, бежим по маркеру. Ага, ну, он летает, так что все нормально. Все нормально, все хорошо. Ну-ка, дракончик, где ты там? Я тебя жду. А пока жду, возьму этот цветочек. Язык дракона. О, все звери бегут. Да, где же он? Ну, иди сюда. Я готов. Где он? Ага, вот он. Поехали. Есть. Бедненький даже не смог крикнуть. Ага, проваливай, друг, проваливай. С такой славненькой Тимой это сейчас разберемся с тобой быстренько. Ну, насчет быстренько я, конечно, погорячился. О, там песик наш, отлично. Тычки получай. О, там запускает. Ну-ка, родной, иди сюда, иди к папе. Ой-ой-ой, огнем. Ага, ага. А ну приземлись, друг. Давай, 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 иди сюда. Ага, не хочет? Ну, оп. Ой, классно. Ой, смотрите, сколько у него уже здоровья, сохранюсь. На всякий случай, а то он не может съесть. Просто проглотить. Оп, ну отлично, он агрится или на пса, или на нашу спутницу. Ныряющий эффект дракона. Ну-ка. Получай. Ага. Прервали парня. Давайте за ним понаблюдаем. Да. О, отлично. Приземлился. Ну что ж, иди. Иди сюда. Раз. Второй. Два. Будем давать ему атаковать нашу подружку. Бедненький, ни разу вообще ничего не сделал и свалил. Вот что значит станы. Ага, еще один подход. Окей, давай. Раз. Два. Три. Куда ты тянешься? Четыре. Он все ко мне приближается-то. Ага, недовольный такой. Льдом, блин. Хоть наверху кого-то подамажу. Думает он. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Есть. Еще раз. Вот, все, он теперь не улетит. Не улетит. Давайте крик используем. Ага, ну и все. Держись, держись, подружка. Нечем прерывать-то. Блин, 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 блин. Зелье, зелье. Регенерация магии. Давай хоть это я выпью. О, есть маленькие. Маленькие тоже неплохо. О, есть, есть еще такая вот. Хорош, хорош, друг.
Все, прекращай. А, вот так вот мы тебя... Ну-ка. И последний выстрел. Получай. Как-то с драконами уже проще, да? Согласитесь. Момент, когда душа поглощается нами. Все, друг, ты готов. Ну что ж, можно было бы, конечно, взять немножечко костей и где-то продать. Могу, но уже не смогу ничего брать, так что оставлю одну косточку. Ну, думаю, отлично, мы справились. Ага, ну мне куда-то сюда. Ух ты. Так, друзья. Я наверненько. Эй, да нафиг, эй. Защиту прокастую. Возьму себе помощницу. Иди туда. Иди на разведку, подружка. Ага, ну вот наша ведьма. Что-то она нас не дамажит, я не знаю почему. Может, нужно подойти и спросить, сколько время. Давайте так и сделаем. Любовь моя, я уже давно жду твоего возвращения, чтобы слиться с тобою в экстазе. Ого. Что? Оно тебе нужно для этой потаскухи с Мерельдой с темными перьями, да? Ты ей не достанешься, ясно? Вот так вот. Поехали. Подружка. В экстазе она хочет со мной слиться, а? Какая? Не-не-не-не-не-не-не. Давай, песик, давай, ты делаешь свое дело. Посмотрите, я его буду бить еще дольше, чем дракон, наверное. Хотя нет. Насколько я знаю, в игре это самый мощный маг. Ну, из таких простых. Кастует очень мощные заклинания, и с ним в основном нужно драться, подбегать вплотную и начинать драться с ними на ближнем боем, потому что... В дальнем она кастует такие мощные заклинания, там огненный взрыв. Страдаешь очень сильно. Ну-ка, о, она отхилилась, вообще классно. Еще немножко покастую. Чего-нибудь покачается мне разрушение, но все это надоело, что я возьму топор. Ой, песик, прости. Так, ребята. Все, добивайте ее. Ай, прости, друг. Прости. Ага, ну все, порядок. Порядок. Ага, обучальное кольцо забрали. Перышки. Так, песик. Не мешайся. Стрела. Две отмычечки. Замечательно. Просто прекрасно. И давайте немножко осмотримся, что у нас тут. Гав, да? Бочечка. Можжевельник. Отлично. Ну, как это назвать? Ну, смотрите, я глюканул. Лысенький стал. Пес, отстань от меня. Да, он просит меня, чтобы я вот отвел. О, смотрите, книжечка. Хм, странно очень. Да, видимо, тут кто-то уже слился с ней в экстазе.
Я об этом пострадал. Ладно. Бежать я не буду. Ладно, ладно. Вот. Полетели обратно. Полетели. Отдадим кольцо. И посмотрим, что будет. Я, честно говоря, уже забыл. Честно, забыл. Как там дальше будет. Вообще не помню про эту вороже. Может, ее добавили, это кольцо. По-моему, этого раньше не было. Ну, до дополнения вот этого Драгонборд. После него очень много всяких няшек, штучек подобавляли. Олфрид, покровитель великого клана сынов. Ну-ка, вот мы отдаем кольцо. Все в порядке? А вот и ты, наконец. Слушай, я, конечно, терпелива, но за тобой должок. Вот заработаю деньжат на торговле с каджитскими караванами. Слава богам! Я знаю, как тебе хотелось на ней жениться. Такая была бы красивая церемония в Морвансгаре. У тебя же там был волшебный посох, чтобы развлекать гостей, не так ли? Длинно. Так, 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 так. В Морвунскар. Так куда мне нужно? Значит, мне туда нужно. Ладно. Сейчас посмотрим, что там, как там. И вообще, вот вообще не помню, честно. Мне нужно было туда идти потом. Ага. Чувствую, сейчас нужно будет зачистить целое поселение. Ну, как всегда. Так что, давайте. Свет я не буду. Ой, решил кастануть под водой-то. Нет, парень, так не пойдет. Вот раз. Защита 2. Сейчас будем разбираться тут, наверное. А, ну как же не взять горноцвет? Ага, я уже вижу, там противники ходят, бродят. Там уже с кем-то сражаются даже. Лисичка, привет. Что, мне сюда хоть? Ну да, мне сюда. Ребята. Ага, все, согрелись. Поехали. Слазь-то. Тут одни маги опять, эти маги. Как они достали меня. Ой, ой-ой-ой. Кого-то там убили. Еще нет. Рок-н-ролл. Я владею. Вот так вот. Мне, по-моему, в колено, да, влетело. Льдышка. Ну, как без этого? В Скайриме без коленки. Со стрелой в колене. Или льдышка, или непонятно чем. Блин, где же я сейчас появлюсь-то? Где последнее сохранение? Надеюсь, что возле локации сработало. После перемещения. Ага. Ага, все, хорошо, слава богу. Быстренько-то полетим. Ты думал, сейчас буду еще дракона бить? Нет, ну, я вроде там сохранялся. Ладно, ладно, будем почаще сохраняться, будем поосторожнее. Очень много противников, я смотрю, там. Очень много магов. Так что,
кто-то. А, то Мишка. Мишка наш плавает тут. Уже, наверное, немножко завонялся, потому что я его убил довольно давно уже. Может, недавно. Давайте кастанем. Повышение шагов. Защитные чары. Возьмем, как всегда, цветочек. Ой-ой-ой. Ребята, а вы что тут забыли? В прошлый раз вас тут не было. Что это за дела такие-то? А ну отдыхайте. Чё за нафиг? Где мои ребята? Где моя бравая Тима? Я что, где-то потерял уже? Ага, ну, песик вон там плавает. Подружка наша пробежала. Ну, ладно, пошли. Я-то думал уже все. Где-то потерял. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Цветочки. Язык дракона. Защитные чары. Ну что ж, поехали. Бегите все сюда. Давайте. Ай, ай-яй-яй. Ну, ребята, улетайте. Ух ты. Один не улетел. Возьму, наверное, бандитовый. Ага, хорош. Чешуя. Сохраняемся сразу, друзья. Сразу сохраняемся. Поехали дальше. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Песик, я иду на помощь. Что за палилка такая включилась-то? Видимо, они призвали. Защитные чары у нее закончились, да? У меня мана закончилась. Предметы. Зелья. Повышение здоровья. Генерация маны. Чуть-чуть будет быстрее генерироваться. Но оно особо незаметно. Кстати, где моя страна? Вот, поехали. Я не пойму, кого бить-то. Давайте с этим разберемся. Раз. Два. Топор взяли. Поехали. Хил, хил, хил. Не-не-не-не, хил. Давайте без хила. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, кто-то на меня сагрился. Начинает дамажить. Все-все-все-все-все, я прячусь. Прячусь, прячусь, прячусь. Давайте защитные. Блин, как же много они забирают-то. Оп. Песик там делает свое страшное дело. По чуть-чуть, но делает. Ой-ой-ой. Кто меня дамажит-то? Еще не пойму. Ай! Он просто в огонь попал. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, что ж такое-то?
Сейчас быстренько поднимаем уровень, чтобы здоровье у нас поднялось-то. Магия. Магия, колдовство. Колдовство — это очень хорошо, но мне нужно зачарование. Зачарование я не могу, потому что не могу. Колдовство. Можно было бы, конечно, сделать вот такое вот. Но пока оно мне не надо. Или же усилить магический призыв. Вот. Похититель душ. То есть призванное оружие еще похищает души. Это очень круто, очень удобно на самом-то деле. Иллюзия. И алхимию, друзья, нужно качать-то мне. Делать мощные зелья. Ой-ой-ой. Колдовство, разрушение. А разрушение я пока не могу себе ничего улучшить. А, стоп, вот это вот. Не могу, руны мне не надо, тут не надо. Зачарование. Так, смертельные удары. Угу. Перезарядки душ. Тоже очень удобно. А изменения, что там у нас? Вот. Двое меньше магии. Отлично. Она возьму. Меньше будет занимать. Ой-ой-ой. Я вообще никуда не могу сваливать. Все, отстаньте. Отстань, друг. Хорош! Улетел. По ступенечкам. И мы его добили. Есть. Блин, сколько тут вас? Раз. Получай. Все. Готов. Готов, друг. Немножко сделаем посветлее. Давайте пособираем. Что тут у них? Прах вампира. Рецепт кузницы астронахов. Вызов разного. Это очень круто. Обморожение. Книги. Вот. Соли пустоты. Уголь и рулон бумаги. Можем создать это в кузнице под коллегией магов. Ну, помните, в серии я вам показывал, там кузница астронахов. Ага. Мне нужно сюда. Ну что ж, сразу туда и отправлюсь. Покастую заклинание. Вот. Ой, наверное, сейчас двойное смогу сделать, да? Да. Да. Тут темных углов для засады. Мне тут ничего. Не нравится, да? Да, мне тоже тут не нравится. Но нужно посох забрать. Нужно его забрать, так как он мне очень пригодится. И, кстати, я почитал про него. И вы мне расскажите, так ли это... Правда ли, что эта роза со временем пропадает? Ты играешь, кастуешь, и она потом раз и сама как бы вянет или что-то вроде этого. Так ли это? Ну ладно, пошли. Идемте, друзья. Так, тут у них что-то никого нет. Никого нет. Все показалось. Послышалось. Ну и тому подобное. Кстати, что-то у меня крики. Ледяная форма, стремительный приговор. Угу. Ну, мне надо еще найти какой-то крик нормальный. Ага. Ты что-нибудь слышишь?
Вальп все слышится, друзья. Сюда. Ага. Поехали. Вот блин. Тут опять этих куча магов. Там сейчас прибегут. А ну отстань. Отстань, это я говорю. Ой, прости, подружка. Я не хотел. Ой, прости еще раз. Ага. Готова одна. Готов второй. Цветочки собираем. Быстренько берем топор. Погнали. Ой, ой-ой-ой, погнал молотить всех подряд. Ой, как хорошо. Отдыхай, отдыхай. Ой-ой-ой, там колбаса. Это он умер или куда-то улетел? А, он улетел куда-то. Хил. Отлично, отлично, ты устроился, друг. Ой-ой-ой. Собачка, собачка, прости. Бедненькая, вся в крови. Я не хотел, честное слово. Закрыто с той стороны. Давайте, друзья, посмотрим, что тут у нас. О, есть кузнечное дело до 16. Ой-ой-ой, так темно-то стало. Вот-вот, после гильдии магов я тебя отправлю, потому что ты мне уже достала. Так, куда же тут дальше-то? А, ну да, держи сюда. Огонек, огонек. Секунду, ребят. Так, друзья. У меня перезагрузился комп, который я записываю, и так что придется мне тут побольше посклеивать. Ну что ж, ладно, это все мелочи жизни, так что давайте сохранимся и пойдем дальше. Я вижу в твоих глазах жажду битвы. Уверена, смерть постигнет всех, кто станет тебя на пути. Угу. Ясно. Заберем монетки. Еще раз сохранимся. Ну-ка, друзья, поехали. А ну-ка, идите сюда. Маги уселись там, а? Не было сомнений у них. Что это было? Это мне кто-то очень больно подамажил. Потом очень больно. Фига себе. О, песик. Вот это я понимаю. Рвение к победе. Погнал сам. Это Тима. Какие-то ловушки сработали. Получай. О, готов. Вот этот мах. Электромант. Электромант, он чисто электричеством. Но он меня как ударил так больно. Ага, у него еще аура, к нему подходить близко нежелательно, потому что он еще дамажит. Так что я немножко подожду.
подождал. Подождала немножко. Видимо, какой-то противник еще прибежал и наказал меня. Ладно, друзья. Нафига я взял двойное, больше маны потратил. А, ну смотрите, она мне регенится очень быстро. Так что ничего страшного. Ну что, пойдемте. Пойдемте сразим электромана этого. Получай. Как немножко оно отнялось у него-то. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я знаю, он очень больно дамажит. Ага, ловушка. Получай. Ой-ой-ой, разлетались все. Ну, этот мах простенький, так что... Ну, что-то летает, это огонек-то. Ладно, ладно, ладно. Получай. Давайте, наверное, возьму фиски. Топор оглушения. Получай. О, я поко... Покончишь, покончишь. Потом как-нибудь. О, о, отлично. Просто славненько застыл, но... Песик не дает мне бить. Ай-яй-яй. Оп, перекосило. Давайте, друзья. Совсем немножко осталось. Совсем чуть-чуть. Есть. О, смотрите, у него грибочки. Свиток буран. Угу. Искры. Ну, в принципе, и все. А, ну все, я вспоминаю все же. Да, все верно, все-таки было. Ух ты. Великий посох очарования. Существа и люди уровня 8 ниже и ниже не сражаются в течение 30 секунд. Отлично, отлично. Вот стеклянный меч, но я его не возьму. Он слишком тяжелый. Ярость. И восстановление. Ну что ж, мне нужно туда. Мы отправились в какой-то мир. Блин, как же тут красиво. Туманчик. Птички поют. Светлячки летают. Пособираю их. Ты здесь? А я уж думал, что ты сюда не доберешься. Ну и путешествие, где мы? Так я и думал, что ты и не вспомнишь, как тебе довелось побывать тут в первый раз. У тебя была та еще ночка. Думаю, посох по праву твой. У меня с собой все, что нужно для починки. А, перья ворожей и прочее. Можешь их выкинуть. Понимаешь? Мне нужно было что-то такое, чтобы дать тебе стимул напиться и повеселиться от души. И у тебя это прекрасно получилось. Я уж сотню лет так не развлекался. Кто ты? Я Сангвин. Доидрический князь Разгул. Знаю, знаю, как я мог тебе наврать, но я ведь не мог тебе доверять, пока мы вместе не выпили. Но вскоре до меня дошло, что из тебя выйдет более интересный носитель моего не очень святого посоха, чем этот бездарный кусок мяса. Вы перегружены, отлично. Почему ты меня выбрал? Давай на чистоту, да? Я не всегда продумываю свои решения. Ты много путешествуешь. Может, чуть-чуть помощи от дядюшки Сангвина, и твой курс слегка изменится. Спасибо. Да на здоровье. Но тебе, я думаю, пора идти. Нечего тебя тут держать вместе с посохом. Угу.
И где это я? Ага. Я заработал состояние, плавая капитаном, но теперь уже отошел. Морван Скар. Так, стоп. Очищено. Что нового слышно, капитан? Среди темных эльфов усиливаются волнения. В городе орудует убийца, а Виола Джордана никак не оставит меня в покое. Не желаете стаканчик чего-нибудь бодрящего? Очень. Горожане называют меня капитаном, потому что в свое время я ходил в море. Про убийство. Это настоящая беда. Похоже, по Виндхельму разгуливает убийца. Насколько я знаю, на его счету уже 3 жертвы. Хотя, может, их и больше, просто тела пока ничьи. Все жертвы молодые девушки. Будем надеяться, что стража быстро отыщет эту мерзкую тварь и отправит ее на плаху. Угу. Ты капитан? Да никакой я не капитан. То есть больше никакой. Меня так просто называют, потому что раньше я был капитаном. Долгое время я плавал по рекам и морям. Скопил торговый денег и купил собственный корабль. Когда я отошел от дел и поселился в Виндхельме, меня уже многие знали как капитана. Вот и зовут так до сих пор. Угу. В таверне остановился писатель по имени Адоната. Он пишет историческую прозу. Кланы расколотые щиты жестокое море контролируют почти все денежные потоки, что идут через город. И, конечно, тут живет сам Ульфрик, ярл и будущий верховный король. Ах да, совсем забыл о нашей дорогой Виоле Джордана. Совать свой нос в дела всех и каждого это еще уметь надо. Пожалуй, она тоже своего рода выдающаяся личность. Попутного ветра и спокойного моря. Это старинное прощание моряков. Ну что ж, друзья, я перегружен. Посох очарования. Мне нужно что-то выбросить. Свет, молнии, власти. И вот наша роза призывает Дремиру на 60 секунд. Очень здорово. Давайте немножко рассмотрим. Блин, как же круто ее сделали. И насколько я читал, эта роза появляется не только в Скайриме, а еще в предыдущих сериях. Если что-то об этом знаете, то напишите, пожалуйста. Вот такая вот она. Ну, тут призывать я не буду, потому что он начнет махач. И плюс есть такой вот уникальный, ну как уникальный, просто эффект, что если мы его вызовем, она может также атаковать и нас, ну точнее он, Дремор этот. Так что вот так вот, не все так просто, как кажется. Ну что ж, пока я здесь, я в Виндхельме, правильно? Просто глюк был. Ну да. Виндхельм. Вот. И я перегружен. Я, конечно, попытаюсь сейчас медленным шагом. Вот, уберу оружие, чтобы было все поспокойнее. Добраться до кузнеца. Он тут, в принципе, не сильно далеко. А пока я буду идти, немножко порассуждаем о моих будущих планах по поводу Скайрима. Вот. Мне хочется сейчас зайти и продолжить свой квест по поводу продолжения «Треснутый флакон». Ну, помните, я проходил его в начале. Дальше, если он мне даст задание, буду его выполнять. Дальше я хочу получить другой очень редкий посох. Ну, как редкий, уникальный. Это Вабаджан, по-моему. Я примерно помню, где он находится. И, по-моему, получить намного проще. Или я ошибаюсь? Так что, спасибо, вот что такие сказал. Вот планы. Ладно. Давайте обратимся к этим ребятам. Все говорят, что Йорман серый. Здорово. Иногда удается увидеть Ульфрика совсем близко. Вот, нужно что-нибудь погляди. Так, оружие.
Что же я могу тебе продать? Ну, могу этот топор. Блин, тоже сейчас продавать? Если нужна броня или требуется новый меч, обращайся ко мне. Вот. Брал я этот навык или не брал? Не помню, не все. Ладно. Тут, в принципе, все рядышком. Так что я могу сейчас проверить или зачаровать, или снять зачарование. Вон мы видим, на базаре сзади находится наша, наш станок по зачарованию. Вот такой вот на двух ящиках лежит. Давайте посмотрим, снять. Ага, ну, сможем снять с этой дубины, отлично. Ну, топор нет. Если вы ищете, где бы выпить, в таверне «Очаг из вас ждут уютное место у теплого камина. Взлом, 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 взлом. Конечно, очень круто, но я его сломаю. Он уже забыл о нашем разговоре. Не хочу тебя. Только быстро. Луки наносят на 20% больше урона. Просто восстановление. Тебе от меня что-то нужно? Иллюзии. И кузнеца. Капитан Одинокий Шквал. Как приятно вас видеть. Все, все. Я так рада вашему забираем. Приходу. Мне нужно кое-что спросить. Фрукты, овощи. И я рад тебя видеть, не ранее. Так, стоп. А какая шмотка на мне? А то я сейчас сниму заклинание. Изменения. Вот как раз-то изменения на мне. Меня интересует, так что... остались ли у вас связи в доках? У меня есть деловое предложение для тех моряков, что не откажется заработать. Да. Значит, тот. Если под деловым предложением ты имеешь в виду контрабанду, забудь об этом. У тех моряков, кого я знаю, и без того талант нарываться на неприятности. Маленький, зачарование, повышение. Неужели девушка не может иногда развлечься? Давайте немножко все позачаруем. Понастоло подороже. Ну и также... Да. Мы поднимем... А, стоп, 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 стоп. Давайте же я проверю. Зелье... Здоровью, здоровью карманчика, лекаря, сопротивление, застрельщика, лечение, лечение, застрельщика. Кстати, можно продавать, но ясно, нет у меня, наверное, нет ничего, чтобы улучшать магию. Только быстро. Сейчас все эти кулончики. Тебе от меня что-то нужно? Маленький, зачаруем, иллюзия. Отлично. Я бы с радостью путешествовала больше, но кому хочется постоянно натыкаться на солдат? Так, предмет. Вот корону можно. Говори. Колдовство. Так, вот дальше едем. Маленький. Если вы ищете... Легкая броня. Таверне «Очаг и свеча» кольцо. Вас ждут уютное место у теплого вина и крепкий эль. Угу, сапоги. Ну, по-моему, сапоги я ношу. Ну, ничего страшного. Нужно что-то? Пока можно... Ага. Пока я ничего не смогу. Только быстро. И обруч. Маленький. Зачарование. Тебе от меня что-то нужно? Давайте на взлом. Тебе от меня что-то нужно? Ну, вот отлично. Недавно я потеряла сестру двойняшку. Теперь можно что-то продать. Нужно что-то. Клинки, шлемы. Практически все необходимое. Оружие, оружие. Ну, этот топорчик продам. Ну и все. Одежда. Что у нас с одеждой-то? Ой-ой, одежда. Ага. Вампирская броня малого разрушения. Неплохая, неплохая, но я ее продам. Так, что тут у нас? Металлолом, лунная руда, отмычки и кожа медведя. Если нужна броня или требуется новый меч, обращайся ко мне. Давайте зайдем в белый флакон. На каком-то уровне он должен бы дать мне новое задание. У меня для всех найдется что-нибудь. Мне никогда не достичь уровня мастера Нурелиона.
Так тебя интересуют мои земли. Я лучше пойду. Хм. Почему-то он не хочет мне давать это задание. Мастер уже умер. Умирающего. Я неплохо варю зелья, но еще... А, так значит, ты алхимик. Смотрите, мы его можем попродавать. Эти штуки. Не, это не буду продавать. Разные книги. Ингредиенты. Очень много разных ингредиентов. Ну все. Я знаю, какой эффект дают зелья, но не всегда могу понять, каким образом они действуют. Хм, странно, что-то не дает продолжение задания. Может, нужно какой-то квест выполнить? Отец говорит, нам просто нужно жить дальше. Ну ладно. Я один кусок взял и очень довольный этим. И теперь мне нужно получить второй. А для этого мне нужно отправиться в Solitude. Вот. Ближайшее место это... А вот появился крылатый с дополнения Данхарт, по-моему, про вампиров. Да, довольно такие стрёмные. Там они будут стоять, как статуэты Гаргули. Может быть, Гаргуля настоящая, а может просто подделка. Ты бежишь такой, думаешь, блин, живет она или нет. Вот. Поставили маркер. Где я поставил? Ага. И пойдемте. Какой-то камень. Ну-ка. Давайте посмотрим, что он там собой представляет. Ой, как хорошо. Тут столько бабочек. Ой, взял. Взял бабочки. Ага, это не камень, это просто мне так показалось. Ну ладно. Есть у нас такой вот мощный огонь. Будем доставать. Иллюзия уже 81 уровень у нас. Ага, какой-то противник. Два каких-то противника. Не хочу сейчас с ними сражаться, так что побегу дальше. Ой, друзья, спасайте меня! Спасайте! Где вы все? Где вы все делись? Вот так вот, да? Ага, поехали, не там драться. Ладно. Ну что ж, я думаю, самое время. Не знаю, где он там сейчас. Быстрее тут его найду. Взять посох. Показать им, где раки зимуют. Да где же? Ага, Роза, вот она. Ой-ой-ой. А ну-ка. Покажи им, как нужно. Ага, показал, и он застрял. Ай, меня сейчас убьют. Я такой вызываю этого Дримору, он застряет, и это вообще так печально. Так печально, это мега печально. Весь селе у нас, отлично. Он там застрял, бежит такой. Вот это ор. Иди сражайся с ними. Меня сейчас убьют нафиг. Это вообще. Мега-мега. Жесть, где же я сейчас появлюсь-то?
Ну что ж, мне опять нужно туда отправляться. Надо бы его сразу взять, потому что не так-то просто. Там сейчас будет очень больно, ребята дамажат. Блин. Так. Вот сюда мне нужно отправиться, чтобы найти этот... Так, роза. Ага, она мне, в принципе, стоит. Отлично. Так что я сейчас думаю, направлю ее более правильно. Ой, как я нырнул в болото-то с ручками. Полностью с ручками. Ай-яй-яй, убирайся. И помню, сколько тут не бегаю, постоянно тут эти бандиты. Ага, избушка. Я помню эту избушку, это по квесту заброшена хижина. Она все в крови, добраться туда никак нельзя, потому что открыть дверь можно только снутри. Это темное братство, друзья. Ага. Ну, вот сюда, ой-ой-ой. Это ж ингредиенты, их нужно взять. Ну, бандиты, где вы? Сейчас должны появиться. Если я правильно. Да, вот они. Ага, это незащитные. Сейчас Дримора покажет, как нужно драться-то. Пауки. Все, ну что, немножко раздуем. Кто-то там уже летает. Пачку взяли и пораскидали. Непонятно, кто где. Ага, ну. Эти тараканы готовы. Ага, все готовы. Вообще супер. Все поумирали. Как же хорошо. Так. Это огромная скала. Мне нужно сейчас переплыть. Так что, ребята, давайте гоу за мной. Это темновато стало. Ага, мне нужно на ту сторону. Делаем заплыв. Ага, светлячка нет. По дну. Помните, как мы в детстве пытались переплыть разные речки? И вот так вот легко мы переплываем. И нужно зайти. Так, стоп. Где же тут проход? Я помню, была где-то дверь. Вот она, друзья. Давайте сохранюсь. Солитьют. Вот мы отправились в этот город. И тут. Сейчас я поспоминаю. Ну, по-моему, я помню, куда мне нужно бежать. Но... Честно говоря, так себе. Ага, вот мы вышли. И, насколько я помню, мне нужно куда-то сюда бежать. Да. Тут самый конец, там будет какое-то поместье. И комната какая-то заброшенная. Вот я не помню, туда сразу нужно бежать или же брать задание у кого-то. Что, напомните, друзья, пожалуйста. Вот, синий дворец, и здесь мы возьмем... второй посох. Ну, попробуем, по крайней мере. Ладно, я сохраняюсь и на этом буду заканчивать. Всем большое спасибо, что смотрели. С Fallout'а у меня пока не выходит, так как программа у меня не записывает его, так что буду думать, так как Morrowind придется на другую писать, там мне не так все гладко. Так что, думаю, в следующей неделе начну, а там посмотрим. Ладно, всем спасибо, что смотрели, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте и всем пока.
Так, сохранимся.